Кисюндра. Еще одна. Я забыл принес. Киски. Я забыл дома. Я зараз, если сейчас включат свет, я обязательно куплю. Добре? Я сейчас обязательно вам вынесу. Только вы не пропадаете. Добре? Кися. Иди, иди сюда. Кись. Ну иди сюда. Кажуть, що повинні в п'ятій. Да, близько п'ятої. Зараз включать світло. І я зайду вам зразу куплю щось. Я корм забув вдома. Ви коли-небудь буваєте не голодні? К людям бігут, зразу бігут к людям. Зовут. Ну все, їжте. Смачного вам. Котята. Аж уплітають, гляньте. Всем самый добрячий привет, ребята. Как говорится, остатки сладкие. Кажется, в наш АТБ ничего не привезли из этого, из промгруппы. Но вот эти вот колонки я не видел. Так, пакет какой-то. Что же это за колонка? Колонка без дротова с функцией радио. Кстати, сейчас такая колонки такие спросом пользуются. Потужність, тип живлення, батарея, частота диапазон, вихідне живлення, максимальна відстань роботи від ПК, смартфона, робочий час після повної зарядки. Робочий час після повної зарядки плюс-мінус 1 година. Понятно. Кстати, она в руках смотрится очень красиво. И я думаю, что она еще мигает. Здесь сама колонка идет. Я думаю, что она очень-очень интересная. Тут, понятное дело, штучки на USB, зарядка. Она же еще будет мигать. Прикольная штука. Так, это из этого. Прицепилась. Из коробки, из упаковки. Элегантная очень. Очень мне понравилась. Красивая колонка по цвету. Прорезиновое дно. Так, ну и набор еще идет. Зарядка USB. Поразбирали кастрюли. В прошлый раз было много, но без цен. Так, вот такие вот маленькие. Кстати, мне тоже нужна маленькая кастрюля. Сколько она на 1,5 литра? По 219. Они сейчас по акции. По 219. Вот эти маленькие с крышкой. Кстати, в разными расцветки. С разными расцветками. А вот эти вот большие. На 3,5 литра. Тоже сейчас со скидкой идут. Были 389. Сейчас 299. Тоже с крышкой идут и тоже с разными расцветками. На 3,5. Да, это на 3,5 же. Да, это на 3,5 литра. Терки. Круглые остались по 109. Так, а вот эти... В прошлый раз они тоже без акции, да, были. Глечик Люминарк 159. Поразбирали немного глечки до свят. Люминарки. Так, и вот эти вот. Да, они стояли, вот эти крышки отдельно. Я думал, для чего они? Думал, для микроволновки или для чего. Они, оказывается, вот для этих кастрюль. Эти кастрюли удобные, что их можно к поверхности присосать. Так, сколько такая кастрюля? Миска с крышкой 179. Так, и поразбирали подставки под горячее по 40 гривен. Были разные. Разные были.
серые мне понравились больше. Люминарки, стаканы. Набор из 6 штук. Они сейчас по 299. Сейчас в акции идут. Видите, неделя прошла и скидки. А то, что осталось. Ну, люминарк. Красивый люминарк. Так, вот эти вот календари. Тоже теперь есть цена. А так. 70 гривен на 2023 год. И сразу 24-й. У меня будет день рождения в субботу. Я люблю, когда день рождения выпадает в субботу, воскресенье. В 2024. А в 2023 нужно посмотреть, когда выпадет. Как я говорил, написано декоративно прикраса, да? Где она? Декоративно прикраса. Не знаю. А я говорю, что можно использовать для этого подставку для чашки. А вот эти календари чуть дешевле. Они по 35 гривен. Перекидный. С мусиндрами. Так, кстати, посмотрим, когда у меня день рождения, в какой день выпадает. Так, на четверг. Ну, добре, хай буде. Кокошницы, кокотницы, или как они называются, пиалы керамические по 57 гривен, ананасы, лимоны, клубники, тыковки, их вначале разобрали быстро разобрали, буквально за 2 дня, а потом уже привезли второй раз, уже, наверное, люди понабирались. Так, подносы. Таця, как говорят, таця. С бабочками. А вот есть даже новогодние. Я в прошлый раз не видел. А новогодние мне нравятся. Вот использовать суто, вот когда Новый год, да? Новый год, Рождество. Я имею в виду, пока зима, Новый год. Там что у нас? Декабрь, январь и февраль. Можно использовать. Так, таця стоит с принтом по 100 гривен. Вот такие таці. Кстати, еще есть вот такая. Сейчас я вытяну. Тоже интересная. Минимализм. Наконец-то научились делать в минималистическом стиле. О, еще с подснежниками. Или это ландыши? А, это тюльпаны. Так, во втором бассейне или во второй витрине вот этой. Так, еще есть кастрюли полторалитровые. Полторалитровые 179 гривен. Вот такие тоже с крышкой, с разными рисунками. Потом идут двухлитровые. Это вот эти двухлитровые. Тоже с разными рисунками. По 199 гривен. И по 299 гривен на 4,5 литра. Тоже с крышкой, тоже с разными рисунками. Я тут нашел люминарк. Пиалушки, походу. Так, салатники по 40. Вот такие люминарк. Да? Наверное. Фитон. Нет, это фитон. Это фитон, это вот эти цветные по 40. Тарелка суповая по 60. Вот эти по 60. Чешу. Да, вот эти по 60. 18. Да, 18. Вот эти по 60. А вот эти бульонницы с ручками 95 гривен.
тоже с разными цветами, разная расцветка. И еще бирюза. Они были в начале месяца. Так и стоит 65. Летние никто не берет. Все берут новогодние. Не знаю, что они привезли опять с цветами. Если все хотят новогодние. Это летом с цветочками, с ромушками. А сейчас все хотят новогодний дизайн. 370 мл чашка. Это 440 мл. 440 мл. Вот. Нет, это салатница. Опять нету ценников. Хаим Грец. Так, Люминарк. Дивали. Это в этом... В Индии есть праздник Дивали. Так, 250 градусов можно его нагревать. Посудомойки мыть в микроволновке. Так, глубокое блюдо для... Так, 229. А, скажите, аквафор только к аквафору подходит? У меня закончился. Ну, как закончился? Уже нужно поменять кассету. У меня барьер. Сколько он стоит? 349 за один набор. Тут три штуки. Хорошая цена. А мне надо... Ну как хорошая? По 120 выходит, да? Не, по 115 с копейками. Наверное, только к аквафору подходит. Мне нужно этот барьер. Так, тут наборы. Вилки. Сколько? Из 6 штук, да? Такие самые-самые обыкновенные, самые простые вилки. И должны быть ложки. Тоже все поразрывали. Да, вот еще есть ложки. Наборы. Набор столовых предметов 150-159. Рамочки. Home for you. Наверное, такое качество не очень хорошее. Сколько он стоит, этот? $179. Все. Застряло. Не знаю. Пикало-пикало, допикалося. Не нажимается. Детские колготы 90 гривен. Ой, я думала, они красные, они черные. Как красиво на фотографии смотрится. Так, чехлы для гладильной доски. Ну и где чехол для... Так, 189. Чехол для гладильной доски. Я хотел узнать, сколько стоят эти вот салфетки, набор из 5 штук из микрофибры. Я еще в прошлый раз не... Вот, есть. Сейчас со скидкой они. 119 были, сейчас 79. Так, а вот эти чехлы для доски. Гладильной разной нашел расцветки. Можно выбрать. Всякий-всякий. Так, полотенца. Сейчас найду, сколько стоит полотенце. 75 гривен, размер 70 на 40. Тоже с разными этими расцветкой разной.
номеру покупки на будь-яку суму. Для зняття готівки зверніться до каси та попросіть виконати таку операцію. Будь ласка, будьте уважні при підтвердженні зняття кошти на касових терміналах та перевіряйте суми фінансової. Що це таке? Опять понавозили целую кучу всего новогоднего. Я, наверное, себе эту шапку возьму. Шапочку. Шапку Санта Санты. Чёрти шо, и сбоку бомбончик. Ещё снежинка. А вот этот мешок классный. Огромный, на подарки. Вот это я понимаю, кому-то подарков будет. Целая куча. Сколько он стоит? Этот мешок. Ребята привозят и привозят. Вот, и вот этих в прошлый раз не было. Бубенцов. Так, нужно закрыть. В прошлый раз этих бубенцов не было. В этот раз опять привезли. Что-то новое выкладывают. Жалко, что нельзя цену узнать. На эти. Сканер не работает. Пожалуйста, не знаете стену, так не работает сканер, на жаль, у вас. Вот сколько еще новогоднего довезли. Кстати, вот такие самые дешевые в ВТБ, как их называют. Вот эти украшения. Самые дешевые в ВТБ, я смотрю. По цене по 109 они. Ой, как классно.